Итак, всем привет, меня зовут Денис, на канале Free Davis Play. Мы продолжаем играть в прохождение игры под названием «Петля времени». В предыдущей серии мы добрались до Тубита, запрограммировали его, чтобы он позвал вот эту Вензе к Лысу, к Лису, к Лису, да, к Лису, я хотел сказать к Лысому. Хотя хуй его знает, может он и лысый, поэтому скрывается. Чувак без волос. Трагедия. Ладно. Короче, чтобы она пришла к нему, и мы их там... Это получается троих уже в одном месте. Ебать. Мне было просто тяжело завалить одного этого лиса, блядь. Потому что их там тупо, блядь, тьма тьмущая. А тут будет три, которые отстреливаются. Не то, что вот этот бегунок. Чарли. Он бегает тупо туда-сюда, и все. Телепортируются. А тут будут... И они же все будут с умениями. Они все будут с умениями. И я один с двумя умениями. Должен завалить их всех троих. Не, тут что-то не то. Ладно. Так, у нас все закончилось. Осталось одно задание. Это с этим же ебаным лисом, блядь. Алекс, да его? Алексис. Алексис. Дорси. Алексис Дорси. Кажется, я нашел то, что вынудит Алексис раскрыться. Хорошо. Это у нас там в подвале пивнушка. Скорее всего, необходимо закрыть ее. Сейчас вот так вот сделаем. Попробуем переместиться в подвал, пробежаться, посмотреть, что там у нас. Вот, вот, пожалуйста, вот она и вентится это, блядь. А этот Егор, получается, у нас... когда мы ломаем его машинку там, он тут появляется тоже. Это здесь я троих, получается, убиваю в один момент. Эту я тут чувиху с этим самым, как его, прическа горшок, убиваю тогда, когда активирую фейерверк. В фейерверках у нас только один умирает. Да. И все, больше никого нету. Получается 3, 4, 5. 3, 4, 5. И я топлю тех 6, 7. Да, но вечером получается я в даунтауне. А, ну все правильно, да. Я убиваю этих, я делаю все вот эти моменты. И потом я убиваю этих и улетаю на ракета чего-то там непонятного, короче. Крылатая ракета, блядь. Сука, их сейчас двое, вообще не вариант. Какие двое, блядь, их же 10. Она будет 10 штук. Ладно, короче, проверим. Все равно надо проверять, смотрите. Как-то подбирать эти самые варианты, потому что в дальнейшем будет очень-очень тяжело. У меня, кстати, очень жарко. Это просто капец. Я уже включил и вентилятор, и освежитель воздуха. хоть какая-то влажность появилась. Там вроде что гремело, но что-то никакого дождя нету ни хрена. Так, тебя взяли на мое место. А, узнаю риторику. Я давно привыкла затыкать твой поток раздражения. И как давно? Мне любопытно. Много будешь знать, скоро состаришься. Потерпи. Надо водички побольше пить, а то будет очень-очень-очень-очень жарко. Не так ладно. Буква Ф. Блин, не те эти самые. Перемещалка, невидимость. А ёлки-моталки, что ты будешь делать, а? Эй, народ, ебать, не добегу. У меня сверхсекретная информация. Охренеть. Да, какая? Говорю же, это большой секрет. Выкладывай уже. Ну, ладно, давай. Ладно. Лучше всего смотреть фейерверки. Прямо у сцены. Спизды, блядь. Сука, ты можешь остановиться? Чё они такие, блядь, жирные? Я не испорчен. О, так,
Первый день испорчен, блядь. Охренеть. Кто там поработал? Да. О, не стесняйся. Обожаю эту пушку. Ой, что-то я вообще кого-то непонятно видел. Все годится. Да? Да. Что тут, а? Типа того. А это? Говорит Алексис Дорси, идеолог и основной спонсор программы Эон. Эон. Пошел ты на. Воу. Аксессуар и аппетит. Если не окажется одного или другого, вас не пустят. Это не шутка. Воу. Мы современные. Да, блядь. Вот а, это этот самый манекен. Тьфу, блядь, это вообще какая-то хуета. Забыл, как она. Бухта. Шаром. Пиздишь, да? Кто здесь? Так что, вот так вот сделаем. Фрэнк. А, это этот самый запускатель. Да, вот полетели. Это Кольт. Кольт еще так может. Видел нахуй. Че, все? О, все, это у меня по патронам все. Как оно мимо полетело. Чем ты стреляешь? Не понял. Как повезло. Лови! Ебать, ты поймал. И гранату сразу. Бля, нахер они впали для собирания уже? Не нужно. Как тебе, сука, открыть? Блин, ни одного не открыл. Никак вообще. Не скрывающийся сейф. Нет, а он там может и скрывающийся, только. Мне и так прекрасно. Так, мне надо вот сюда. Опа-на. Раз, два, три. Там еще, ебан. А если обойти через этот самый, можно? Так, там заметят. Пошли через низ. Прошли через низ. Як, блядь, нахуй тебе нужна? Ебаная ты. Ебать, пизда вонючая. Время вышло! Ак! Кольт! Пошла ты нахуй! Эй! Продвигаюсь! Тихо. Бля, тут это должна быть. Нету нихуя, да? Ладно, сейчас, секунду. Это Кольт, ух ты. Сейчас. Вон она справа. Это не она. Эх. Привет, друг. Это Медон Фрай. И у меня проблемы. В автолавке столько добра, что я хочу. У меня проблемы. Во-первых, я не могу открыть тебя. Говно ты вонючая.
А во-вторых, это говно тоже исчезает. Где она, сука? Неужели она там засела? А у нас вот там это было... Где? Он же это там стоял. О. А о, вот она. Я думаю, где, блядь, лечилка? Не понял. А где она делась? Ага, хуй. Не достать. О, на подоконник, мам. Як? Блять, смог, нахуй. Пердец, где наделась? Охуеть, ирония, конечно. Я убиваю свою дочь. Ну, не я. Фу-фу-фу. А Кольт убивает свою дочь. А вон она, не? Этот самый. А, я думал, тень, не. Где она, сука, есть? Скорее всего, наверное, побежала туда. До этого самого. До этого ебаного датчика. Она постоянно там появляется. Раз, два. Что? Да ебался мне. Срался б на. А не помню, где она? А, вон у нас. Хе-хей, блять. Моё это она. Иди сюда. Эффект стирания. Не оставляет следов. Прикольно. Раз, два, три. Да все, я понял, встань. Вот это я понял, дробаш. Ну, не жадничай. Да конечно. Бля, а че только так мало? Че только так мало? Можно было что-то побольше. Так. Вот это. Вот это. Опа. А там он, чувак. Ёлки-палки, как далеко, не долетел. Вот так долетел. Оп. Оп. Сама ты гей. Оп-оп-оп-оп-оп. Никого. Ну и хорошо. Сюда, сюда, тихо, чувачок он. Что-то есть? Сейчас не надо. Ну, снова. Что-то здесь. Не понял. Внутри? Внутри дома этого? Первый раз. Снова здорово. Одно и то же, говорит. Снова здорово. О, мина. О, сейчас проверим. Сейчас как раз то, что надо. Сейчас я проверю, будет ли мина... То есть невидимый, да?
мина будет срабатывать просто шона. Просто для интереса. Она хоть подлечится, пойти сейчас подлечи. Где она, блядь? В здании. Ну, в здании. Слышь, а что на тебя? Ля. Первый раз я тут. Что это такое? Это типа кальян? Походу, да. А какой-то запись. Что это? В чем прикол? А, это подача на красный, желтый, синий. Сука, проверил, блин. Пиздануло так, что мама не горюй. А, взять я это не могу, значит все похую. Пометка для кода, мой код 5. Понятно, 5, 2, 3, 1. Асфиксии. Я думала, цель игры, ну, попасть в комнату. Ты что, снимаешь? И чё? Все равно все в полночь пропадет. Ну, теоретически, да. А еще теоретически люди Харриет вовсе не психи. Это ваши там дела в Карловой бухте. Ты давай это сюда не тащи. Мы тут курить будем. О, уже интересно. Кто дольше не отрубится, попадет в комнату. Ну, я вот как знала. Вечно тебе нужна конкуренция. Не-не, по-моему, отличная идея. Единогласно. Моя же очередь. Да ладно тебе. Неправильно. Не сдавайся, будь стервой. Ты можешь. Ладно. Круто. А ему мы, ну, объясним ситуацию? Он знает стоп-слова. Все, курим. Что-то я ни хрена не понял. Блин, я понял, что надо открыть как бы дверь по помощи этих кодов, но я не пойму, она не берется ничего. Ну как бы вообще ничего не. А, вот. Ага. Подожди. А. Ладно. Допустим. И шо? Я запутался. Что надо сделать? Допустим, красную, ладно. Ну, красная, вот красная. Так а шо, ёпте. Там может еще кнопка есть? Нет, только одна. Ебать. Может кого-то надо было посадить? Так а чё она? Я не пойму. Короче, я не мог, что-то не в кумекая. Стоп-слово, то и сюда. Наверное, все-таки надо 3 кода. Так, вон. Сейчас пробуем. Фить, нахуй. Все, я попробовал.
Не работает. Понятно, значит, короче, логично. Точнее, не логично, нихуя. Не пройти. Так, тут был. Хопа, бля. Мина где-то там. Была где-то мина раньше. Раз, два, еще. Себе не будет, только мне. Это ж маятник должен быть такой. Клад. Ух, ебать. Поломал. Ни хрена себе сервис, можно защищаться им. Как щитом. А это я читал. Как щитом можно защищаться. А чего не помыл? Значит, на чугунной сковородке отпечатки есть. А на чайнике их, блядь, нет. Охренеть. Физика, ёпта. А есть что-нибудь? Шо это, блядь, уебало? Мне надо патроны, а патроны... Вот там, вот это слева. Жизнь заодно. Что, попробуем сейчас форсануться. Ебок. Хуяк, пиздык. Что ты хочешь, пизды получить? Сюху! И тут их дохуя. Постоим. На, я прикольный. Фью, что это такое было? А, это ж купол. Фью такой летает. Ой, хоть тут посмотри на фейерверк, а то в реальной жизни уже походу, блядь. Отбей. Ой, извиняюсь. Аккуратно. Нихуя себе уебал куда. Если кто-то придет. Тебя достану каждый день. Да. А что так отпал? Хуяк. Так, моё, вот так вот, пиздык сюда. Хватит мне патронов. Не понял, ты же должен быть на моей стороне. Козел. Передал меня. Так, мне сюда надо. Вниз. Ага. Прыгнул, блядь. Давай, заряжайся. Интересно, я смогу переместиться между теми палками? Ну, брусами. Вот туда. Вот туда. Хуй, блядь. Блин. Не достану, сука. Не понял, а как? Бляха. Стой. Тут не попасть и самой и не пройти. А-а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 -
Ох, надо быстро сработать его. Ох, вот это быстро сработал. И все, да? Да. А, подожди, 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 подожди. Да чтоб тебя! Ну давай! Ну подай. Оп, тихо, тихо, оп, сейчас. Сейчас. Оп, сейчас. Оп. Вот. Блять, не вместился, сука, называется. Ну. Мать. Тебя за ногу. Ну как это ящичек типа двинул? Ну что за бред, я не пойму. Сука. Никак. Вот это залез. Твою мать. Ну обратно. Хуя. Все, приехали, блядь. Сейчас еще попробуем что-нибудь. А ну встань. Давай, давай, ты сможешь. Я знаю, ты сможешь. Хуй там. О, не понял, я ж вылетел. Все, бля, давай я волос. Мне надо, чтобы кто-то меня убил. О, пиво потекло. Мне надо, чтобы меня убили. Чтоб меня убил кто-то. Давай. Не задрачивайте. А, о, точно. Подожди, где? Где моя граната? Вот моя граната. Хе-хей. О, я так буду долго себя убивать. Это неожиданно. О, тогда побыстрее будет. Плюс прибегут. А что делать? Засада. Придет кто-нибудь? Поможет. Прыг, 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 блядь. Прыг, 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 прыг. О! Бегут, 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 бегут. Чана. Хоть постреляю вас немножко. Давай, 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 давай. И я вас слышу. Ну. Давай. Привет. Ну, ботинком, блядь. Они не видят меня или что? На мне? На башке? Эй! Ау! Нахуй это на мне? Они меня не видят. Обхожу! Огонь на подавление! Вы хоть увидите меня его. Огонь будет на подавление, блин. Сейчас, 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 вот так вот. Да что тебе на. Да что такое? Алло! Чё, блин? Вы издеваетесь, сука, надо мной или шо? Дайте мне переместиться, я вам, бля, надаю. Есть там кто? Да, я здесь застрял. Помоги мне. И при этом тревоги не было, я так понимаю. Они просто приходят сами. Ой, мне надо поберечь. Увидел меня? Что, все пиво вылилось? Да, не пробивает. Ага, это не получается. Давай, где ты там? Чуть-чуть, чуть-чуть левее.
Эй! Левее, левее, левее еще. Ой, левее, какой левее, правее тут. Поиздеваюсь немножко. Все. Мне хватит 18 пулек. Стой! Куда ты? Кто это пробивает? Харакири сделаю. Так, ладно, короче. Еще, давай. Еще. Я немножко есть садо-мазо. Кого ты нахуй там стреляешь, я сам поворот. Неужели, блин? Хорошо, хоть не там, блин. Блять, сработала система, блин. Сигнализейшн. Пустая трата времени. Я, блядь, тебе покажу пустая трата времени. Шо там? Нет тут никого. Я разочарован в жизни. 20-20, все. Ты чё, блядь, гонишь на? Мне казалось... Вот ты, бля! Вот ты нахуй, давай! Хуя! Хуя! Сдохни, давай еще! На тебе, бля! Хуя! Хуя! Давай еще! Хуя! 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 Вот так вот, блядь! Видала, блядь? Эти, сука, не гухы, блядь. Где ты, блядь? Ты чё, сука, бегаешь? Машу, бать! Тихо. Машу, мамашу. Где? Нету, исчез. Где? Ну что там? Так ты охуела, блядь. То ты точно охуела. Где ты там, сука, есть? Охуеть? Немножко хочешь. Так, заряжаем пульки. Все. Теперь надо не падать там на духом. И не только духом. Давай, вылазь. Вот это ж угораздило меня, блин. И тоже доска, которая не бьется. Блин, это, ну, надо же было такое придумать. Так, пинта. Мне надо сюда. Куда меня... Так, тут я, короче, всех уже пораскидывал. Вы поприбегали все. Я не понял. Охренеть! Это... труп? Да. Он увидел своего последнего. А у меня нету, да, нихуя? Ну конечно, все гранатки использовал. Нет, чтобы хоть что-нибудь оставить. Хуй там, блин. Охренеть, мягко сказано. И что делать? Блин, ну как-то ж они разблокируются, эти мины. Ну какой-то способ же есть. Я понимаю, сломай краны. О, подожди-ка. Сломай, блядь. Сломать это вот это. А тут надо не сломай, перечеркнуть, там писать закрыть. Закрыть краны с пивом. Закрыть. Не сломай, блядь. А закрыть. Ух, сука. Меня ж дернуло, блядь. Блять, не попал.
Бля, не видно, попал. Сломал. И что, никто не услышал? И они не сломались. Если что. Хуяк. 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 Так, ну тут они все равно не пойдут в любом случае. Это что? Только один человек это пьет. Я понял. Взял. Ну и что, сломать-то я сломал, а толку? Вернуться в новой ветке. Секундочку. Не понял. Почему? Все понятно. Я повернулся. Короче, мне надо быть инкогнито, невидимым получается. Все, я вас понял. Я вас прекрасно понял. Ладно. Хорошо. Хуй с ней, вернемся в другом битке. Тоже мне проблема его. Пси. Пси. Так это ж получается, я... Тьфу, стоит, голова качается. Это ж получается, я могу теперь все. Тихонько. Имею в виду, что... Ну, все. Все, я могу идти пуф-пуф. Пуф-пуф всех. Не понял, где запрыгнул? А, вот запрыгнул. Я могу их всех в один кукошку убивать. Или надо именно сделать, попробовать проверить, где, как, что, человек находится, как он выходит, как он приходит. Я, наверное, так понимаю. Вау, бля, сейчас еще 5 застрял. Вообще было прекрасно. Ладно. А, туда нельзя, там, блядь, много чего интересного. Только не видишь, что тут толпа, не? Это вечно как что-то сделаешь. Откуда не возьмись, появился в рот ебись. Пожалуйста, блядь. Как так, нахуй? Что это, сука? Подожди. Кто это трогает? Хоть не спрячешься! Да ты охуел, блядь, вообще. Не спрячься. Что, блядь, не спрячься? Ну. Все, сука, спрячься. Ладно, короче, нам, блядь, надо сваливать. Похую. Нет, вы меня не убили. Тихонько. Без паники. Что такое? Че оно не шло, блядь? Ева. Что-то вообще не хотело идти. Зависло что-то. Чуть-чуть бы, блядь, и пришибло меня. Я забыл поставить таймер. Это жопа. Вот это жопа. Жопа. Ладно, да, окей. О, сейчас надо это самое вот сюда. Теперь вот сюда. Да тебе что дали мне белки, не пойму. Ну да, по идее. Делит. Ну, хватит. Стой. Нет, вот это вот, да. Все, наверное, да?
Вот это интересно, блин. У меня хватит, да? Что-то надо насытить. Наверное, поставлю свою эту пушку. Золотистую. Ой. Так. Заходим сюда, 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 сюда и сюда, да? Это ж оно? Биорога, приоритетно. Не оставите следов. Окей, давай. Вот это, да, и... Или это, или это. Мне нужно так, чтобы без следов, значит, эфир, да? Нам. И вот это, да. И вот это. Такая, правда, вот это. Вот этого я не пойму вообще. Подробно. Увеличить. Как масштаб, как весело, как интересно масштаб. Я не могу понять смысл вот этого вообще. Ладно. Где там? Может, на вечеринку пойдем? О, костюмчик. А у тебя, оказывается, А, это просто нажать и развернуть. У него, оказывается, охренеть какая огромная челюсть. Тут там бородатый, и этого не видно. Да развернись, блин. Да, тут как-то он еще и так... А тут вообще пердец. Да хватит ко мне жопы поворачиваться. Ладно, пойдем на вечеринку, мы же костюме. Сюда. Еще. И еще. Все годится. А, и в итоге все равно. Это получается Тубит постоянно будет говорить, да? Чтобы она пришла туда. О, ну хоть не надо бегать к Тубиту. Уже плюс. Правильно? Ну да, я в любом случае не попал бы к нему. Да. Так, хорошо. Ладно, поехали. Мне надо не, блять, не облажаться. Лучше мне надо. Что именно? Убивать сволочей или тебя гонять? Ага, умом набираться, узнавать что, где, когда, использовать остров в своих целях. Моя цель – просто свалить с острова. Кроме острова у тебя ничего нет. Короче, вот. Давай, иди работай. Я не поставил улучшалку. Ёлки-моталки. Разве такое было? А где я вообще выйду? Ага. Хуяк. Ох, застану, наверное. Эй, да, дотронусь. Не понял, можно разблокировать? Говорю же, это большой секрет. Выкладываю уже. Вау! Ладно. Лучше всего смотреть фейерверки. Прямо. И все. Это весь секрет? Иди убейся. А чё? Это будет такое зрелище. Да уж, надеюсь. А, все, я понял, где это. Взять кольт живым и запульнуть в небо свечкой. Да. Ну что,
Фейерверк. Я тебе сейчас устрою, сука, блять, апокалипсис. Да елки-моталки. На крышу залезть не могу. Ляп-ляп. Напоминаю, при себе необходимо иметь указанный в приглашении аксессуар и аппетит. Если не окажется одного или другого, вас не пустят. Это не шутка. Мы современные волки. Пришло время пиршества. Вот так вот. Ты охуел, блядь. Голова. Ля, я попал в голову. Я попал в голову. Попал. Она не сдохла. Там бронированная голова. Ну, надо. Голова броня, блядь. Чё они так отлетают, не пойму. Уии! Так. Блин, жалко, они себя быстро, быстро и легко добраться. Дверь мне запили. Хе-хе. Годится. О, как обойду. О, как я сейчас обойду, блять, никуда я не приду. А-а-а, мост убирается, да? А я ж там могу. Ничего не могу, сука, ТП не купил. ТП-то я не купил или не взял. Подожди, я ж так, да, через низ. Ну там. Не тухнет ни хера не стеклянный. А я могу вот так вот еще сделать. И вот так вот. Я ни в кого. И тут я не открою, да, оно ж ничего не работает. И-и-и-и-и. Ладно, тут была дырка. Где? Вот тут была дырка. Да, вот она. Да еще подсвечивается. Ой, заблудился. Ага. Есть такое дело. Есть такое дело. О, бляха. Далеко. Вот это хорошо, когда он так словил. И все. И за раз можно все нормально открыть. Ой, отключить. Лягать. Так, это мы вышли на площади, да? На углу, да, вон угол дома. А, нет, это там, где горел дом этот. Тут были, там наверху есть двое. И здесь. Здесь есть. Интересно, если в тени убить с пистолета. Защищайте петлю.
бред. Ля-ля-ля, никого тут ебать нету, нахуй. Убиться можно. Ладно, сейчас перезарядимся. Да, жалко, что нельзя было брать три умения. Ебать. Высоко как. Что такое? Кто там ковыряется? Вынь палец из носа. Это все пиздец. Хорошо, хоть прыжок есть двойной. Хуяк, надиться. Так, хорошо. Первая есть. Сюда. Тихо. Теперь самое тяжелое, блядь, чтоб не заметили. Сейчас. Это явно он. Это, блядь, явно он. Так, побежали. Здесь проходим. Здесь проходим. Здесь двое должно быть. Один. Второй. Так, тихо. Закрыли. А теперь объясните мне, пожалуйста, как я деактивирую вот ту хуету, блядь, чтоб меня не заметили. Хотите сказать, что такое взрыв, и никто не это самое? Ну, я просто по-другому не вижу вариантов. И может быть действительно надо потихоньку вот эти расхуярить, чтоб типа был потише. Да конечно, потише, там он будет взрыв прям под этой самой. Нет. Тогда только так. Ебать, никто меня не заметил, да? Надеюсь, это не Кольт. Я хуй его знает, что делать. И шо? И как? Объясните мне, пожалуйста. Да это бред. Я вообще не пойму. Тут что, кто-то был? Блять, обойди. А я двери обычно открываю. Программа.
Что-то я ни хрена не пойму. В прошлый раз тю-тю-ля-ля и все. Здесь кто-то был, говорит. Так быстро тратится, сука. Собой закрывать надо. Не понял, что реально дверь надо закрывать за собой, не понимаешь. Чисто из одной двери все прям. Защитите тепло. Петля превыше всего. Давай я закрою. Заебали. Так, короче, сейчас пробую, я не знаю, что за хуйня. Что там такое? Я закрыл дверь. Ну что там? Блять. Да твою мать! Вы ни хрена себе! Это кто? Да ебался ты, всрался! Идите вы в жопу нахуй. Я понял, кто это, сука. Это черт, блядь. Да, это он. Не спрячешься! Ну и видок у тебя! Да иди, стой на месте, сука. Я тебя хоть прибью, на. Шо это? Видите, шо он дает? И что там? Да ничего, ты пись. Ой, блядь. А как отключить, сука? Как отключить? Быстрый выход отсюда. Как отключить, а? Как отключить? Вот реально. Как отключить? Ой, блядь, упал. Как отключить сирену? Тихо. А, я там вышел. А, все понятно. Сейчас. Вот так. Ебать, не видать нахуй. И хрен с тобой. Два появилось. Ну, еще два. Нема никого, не надо за мной ходить. Ебать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Твою медь, ну как так, а, сука? И попал же прямо на него, блядь. Нет, ну, сука, тёпаный в рот, блядь. Мне нужно отключить. Так, никого? Никого. Мне нужно отключить, получается, этот сам. Во, проехал. Система оповещения. В первую очередь. Секундочку. Система оповещения где отключается? Что-то серия получается бестолковая. Ничего интересного.
Мне нужно отключить сирену. Нужно отключить сирену. А ну-ка. Даунтаун, да? Лысый. Он еще и лысый. Даунтаун, даунтаун, даунтаун. А если я сбегаю... Подожди. Даунтаун. Это, к примеру, днем, да? Особняк Чарли. Совместном проведении вечеринок. Это ролевые игры вообще-то. Ролевые игры. Знаешь какой? Туби. Код отключения. Коспас. Чарли, это понятно. В одной из боковых комнат дома Чарли по спрятанной двери. Боковых комнат, дом через бетонную дверь, который можно открыть только класс пас. А, внизу. И там код класс пас. Запись. Каждое утро по радио. Понятно. Подожди. Каждое утро по радио передают загадочное послание. Тайны. А, тайны? На черном рифе никогда такое не было. И вот опять. Тайны на черном рифе. Интересно. Так. А у нас Алексис, да? Алексис. Код кейса. Кто-то спрятался в случае. В пещере под особняком Алексис. Символ ярко. Да, понятно. Вот для землодока. Что-то я вообще киоск. Блять, оказывается, это так сложно. Охренеть, прикинь. Во-первых, блядь, хуй найдешь его, блядь. Ну, не отличить. Это долбаного Алексис, блядь. Я помню. Чудное мгновение перед мной Юсы. Да это понятно. Я-то понял, что оно вынудит. Но... По большому счету, можно вот это даже не завершать. Я понял суть. Получается, ну, в принципе, если вот сейчас у нас утро, да? Да. Утро. То бишь мы идем сначала сюда. Убиваем ее. Делаем фейерверки, чтобы потом убить его. Потом у нас перемещается. Это у нас уже один есть на счету. Правильно. Перемещается сюда. Мы идем сюда. Правильно? Да. Делаем так, чтобы профессор переместился на вечеринку. Потом мы делаем вот так. Еще раз, да? Бежим сюда. Топим вот этих парочку веселюх ребят. И потом делаем вот так. И идем сюда, валим троих. Тогда, когда там армия, блин. Там реально, сука, армия, нахрен. Я не знаю, как завалить их всех. Да блин, я задолбаюсь. Так, ладно.
Давайте начнем новый день. В принципе, я все просчитал. Главное выжить. Хей. Так, забегаем сюда, Смотрим у нас здесь, что у нас здесь за улучшение. Скорость перезарядки значительно увеличивается. Но это хорошо. Это что наносит урон противника сильно замедляет. Начало восстановления здоровья. Да, ну это бред, в принципе. Полнейший. Серьезно увеличивает скорость вашего. Ой, не то. Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Вот тут это. Вот это надо переместить. И мы берем Диану. Вот это оно. Нет. Я же где-то улучшил. Вот он, да? Расстояние, на которое ваша рука. Да, вот это. Перезарядка расстояния. Все. Нанесенный урон противнику сильно замедляет начало восстановления его. Это вот это. Это понятно. Больше ничего-то и нет. Ну, именно не открыто. Дик золотой. Масштаб. Ага. Изначальное положение. Рукав ля-ля-ля. Можно заклинить. Так. Здесь у нас что? Враг замедляется. Это хорошо, что враг замедляется при попадании. Берем вот так. Так. От бедра враг получает урон. Значительно замедляет энергию. Скорость перезарядки. Это хорошо. Кучность. Ну да, все. Здесь шикарно. Там очень шикарно. Так, что здесь? Открытые раны по наведению противника кровью. Нет, это не надо. Это мне не надо. Здесь что у нас получается? Только одно улучшение, ну ладно. Если я иду на пролом, а нужно ли мне это? Мне бы вот это взять. Тихо. И вот это. А, все. Вот так вот. Чтобы именно скидыш. Раха. А, это за... Подожди. Как выбирать умения вот эти? Никак получается. Ладно. Так, давайте на сегодня закончим. И следующий раш, я так понимаю, скорее всего, будет последний. Наверное, финалка. Да. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Буду всему рад. Всем спасибо, всем пока. We'll be right back.